Всем привет! Вы на канале Андрахак. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про путешествия. Я сейчас нахожусь за границей, вообще я очень часто выезжаю за границу. И с какой проблемой в первую очередь мы сталкиваемся? Это отсутствие интернета и мобильной связи. Правильно? Правильно. Куда бы мы ни поехали, везде эта проблема нас преследует. Конечно, есть для этого случая роуминг, но расскажу вам случай из моей личной жизни, из моего личного опыта. Приехал в Турцию, интернета, соответственно, нет. Сим-карту покупать тоже, без паспорта ты не купишь. Мне надо было срочно в WhatsApp отправить одно сообщение. Друзья, как вы думаете, я включаю роуминг, отправляю одно сообщение, и тут же у меня снимается $10. Просто за одно сообщение. Роуминг очень дорогой, к этому я веду. Вот если бы я тогда знал о приложении, о котором я сегодня вам расскажу, то я бы потратил 1 цент вместо $10. Куда бы вы ни поехали, вы прилетаете в страну, в аэропортах цены вообще бешеные, космические, потому что ты турист, ты приехал, там сим-карту x4 раза дороже, и тариф, и все будет дороже, чем вы купите где-нибудь в городе. Но поверьте, даже в городе вы купите дороже, чем через eSIM. Что такое eSIM? Это технология, когда ты физически не вставляешь сим-карту в телефон, но она у тебя в телефоне есть. И вас сегодня я с этим познакомлю, то есть специально есть приложение, через это приложение, которое будет в огромное количество странах, ты можешь покупать интернет, звонки и пользоваться за границей, вообще не переплачивая и без какого-либо труда, потому что... Опять же, как я повторюсь ранее говорил, без паспорта, да, местного жителя обычно не продают сим-карту. Ну, в некоторых странах, возможно, и продадут. Но, опять же, это будет очень дорого. Поэтому экономьте деньги, давайте вас познакомлю сейчас с крутым приложением. Помчали. Итак, друзья, смотрите. Заходим в Play Market. eSIM, мобильный интернет. Вот это вот приложение вам нужно будет скачать, прежде чем... ехать куда-либо за границу. Смотрите. Работает в 137 плюс странах мира. Отличный вариант для путешественников. Интернет предлагается во всех этих странах. Также вы можете использовать звонки. Но это вообще кайф. То есть, имейте в виду, это вам сэкономит деньги. Да? То есть, почему мы пользуемся... В путешествии очень много идут трат, поэтому, чтобы не тратиться деньги хотя бы на это, я советую, конечно же, это приложение. Итак, открываем. Я вообще сам недавно узнал об этом приложении. И, соответственно, почему бы не поделиться с вами, друзья мои. Наверняка вы тоже будете ехать куда-нибудь. И чтобы вы не остались без интернета, советую пользоваться eSIM. Итак, что ты хочешь использовать? Вот здесь вот выбирайте. То есть вы можете, опять же, да, виртуальный номер взять. Вот. Ну, или, например, выбираем и просто интернет. Все, выбираем страну. Сим-карту какой страны мы хотим, да? Можно, например, сейчас выберем с вами вот Турцию, например. Пожалуйста, 3 гигабайта, 8 евро, 5, 12, ну и так далее. То есть везде все одинаково, только цены отличаются в зависимости от стран. Но поверьте, это дешевле, чем в тех странах, которые вы вот выбрали, приехали, а там будет намного. Вот там не будет не 12, например, а 22, там. Не 18, а 30, там и так далее. Вот, и все, собственно, потом можно пользоваться. Ребята, но если вы, например, будете много путешествовать из страны в страну и так далее ехать, то советую брать Pay As You Go. Безлимитные данные по всему миру. Смотрите, плати только за то, что потратишь. Плати только за то, что потратишь, без срока действия, пополняй баланс в любой момент и доступно 125 странах. Цены по странам, вот, пожалуйста. А если вы, например, едете в Европу, будете из Испании, в Италию, из Италии, в Польшу и так далее, советую, конечно, Европейский Союз. Вот, тоже. То есть, это у нас получается оптом, грубо говоря. Вы берете сразу на весь континент или на всю планету, да? Вот как в следующем тарифном плане, вот как в этом. Вот, например, если едете в СНГ страны, пожалуйста, тоже можно пакетом взять. То есть, так выходит дешевле. Вот имейте это в виду. Это дешевле, чем брать определенную просто одну страну.
Ну, в любом случае, вы можете сравнить цены и после этого уже отталкиваться от этого. А если надо номер звонить и так далее, вот, пожалуйста, виртуальный номер. Этими же номерами можно подтверждать, регистрироваться на каких-то сайтах, получать смски на них, да, и так далее. То есть это все. Ну, то есть обычная сим-карта у тебя в телефоне будет. Круто. Вот, пожалуйста, регистрация на Binance, Telegram, без проверки личных данных, без всего вообще. Вот такими пользуется очень много людей, которые, ну, не хотят на себя там покупать сим-карты и так далее, типа, знаете, на один раз там, да, например. Вот, можно здесь сервисы выбрать. Для твоего удобства мы каждый день анализируем работу наших номеров. Мы тестируем и добавляем все больше сервисов, видите? Все нажали, купили, например, сим-карту США хотим. Пусть будет Вашингтон. Вот, от 5 евро в месяц и ты пользуешься этим номером. Доступны тебе все смс-очки. Прям все будет работать через это приложение. Друзья, сейчас покажу вам, как покупать номер. И на него, например, мы зарегистрируем с вами WhatsApp. Смотрите, купить новый номер. Выбираем страну, которой вы хотите купить номер. Например, пусть это будет сим-карта США. Пусть это будет нью-йорковская. Слушайте, у них коды разные, я не знал. Ничего себе. Так, ну пусть будет Нью-Йорк. Да, любой номер. Пусть будет вот этот вот. Итак, смотрите. Я нажимаю активировать. У вас, скорее всего, будет кнопочка оплатить. В общем, покупаю. Видите, он 500 стоит. Все, активирован. Отлично. Все, это наш номер, друзья. Я заскриню его на всякий случай. Так, нажимаем продолжить. Все, смотрите. Теперь, если мне будут какие-то сообщения приходить или еще что-то, у меня все будет здесь. Видите, у меня подписка есть. Итак, теперь я что делаю? Так. Вот, скопировал номер. Иду теперь и захожу в WhatsApp. Нажимаю принять. Использовать другой номер. И теперь буду его регистрировать. Итак, мы выбираем с вами США. Так, Соединенные, да? Соединенные Штаты. И сюда вводим номер. Без однерки, я так понял. Вот эту однерку стираем. Вот так вот. И вот эту скобку убираем. Ну все, нажимаем далее. Вы ввели следующий номер. Он верен? Да, верен. Все, пошла смс-очка на наш номер. Смотрите, друзья. Мы с вами заходим сюда. И смс-ка будет здесь. Ждем, когда она придет. Что бывает, что она не сразу приходит. Обновляем. Ждем. Я же правильно? Пока что мы проверим, правильно ли я ввел. Итак, +1 929, +1 929, 547, 647, 64, 60. Да, все верно. Ждем. У меня, кстати, очень часто бывает, что смс-ка почему-то со второго раза приходит. Не знаю почему. Но в WhatsApp вот такая вот ерунда есть. Итак, ждем еще 8 секунд, и мы нажмем «Отправить повторно». Так, не получили код. Повторить смс. Окей. Все. Во, видели? Сразу же пришла смс-очка. Я же говорю, всегда со второго раза приходит почему-то. Вот, видели? Смс-очка. Нажимаем. Код 29283, да? А, нет. Код 558216. Пишем 558216. Все, подтверждение завершено, друзья мои. И, пожалуйста, все. Мы зарегистрировались с вами на виртуальный номер. То же самое можно сделать, например, с WhatsApp, ой, с Telegram, там, не знаю,
с TikTok, вообще с любыми социальными сетями. Можно даже использовать эти номера в своих целях. Там звонить кому-то, может быть, не знаю, там интернетом всем пользоваться и так далее. В общем, вот, пожалуйста. А если у вас возникают какие-то проблемы, да, вот, пожалуйста, не работает интернет, все пишем, и вы свяжетесь с чатом, вам там все помогут, все объяснят, вот поддержка. Здесь установка eSIM. Видите, вот здесь все написано, то есть никаких проблем у вас не должно быть, факт. Тут все тоже расписано. Вот, но если вдруг я непонятно объясняю, то поверьте, здесь все расписано, и вы все поймете даже без моей помощи. И, кстати, все, кто будут регистрироваться по моей ссылочке, получат бонус, друзья мои. То есть вы получите бонус, грубо говоря, месяц вы сможете пользоваться интернетом бесплатно. Вот. Также здесь, смотрите, можно нажать «Пополнить». И за реальные деньги вы можете просто пополнить свой баланс и далее его использовать уже. То есть не сразу оплачивать, да, а пополнить, чтобы на балансе были деньги, и потом использовать по мере нужды. Ну все, думаю, все объяснил. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем подскажу, помогу. Приложение eSIM мобильный интернет. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо. Пока, друзья.